Теплоелектроцентраль номер 3 – одне зі стратегічно важливих підприємств Харкова. І саме тут базується одне з бомбосховищ мегаполісу. Передбачене воно на випадок надзвичайних ситуацій, щоб сховати співробітників ТЕЦ і продовжувати роботу підприємства. Стан бомбосховища перевірив особисто міський голова Ігор Терехов. Считаю, что это высшая степень готовности, все подготовлено полностью по технологической карте, есть полностью все для того, чтобы люди могли укрыться в случае необходимости здесь. Такое бомбоубежище сегодня рассчитано на 400 мест, но на предприятии здесь работает 200 мест, поэтому мы сможем принять в случае необходимости еще 200 человек для того, чтобы они тоже укрылись. Мы обеспечены полностью здесь продуктами питання на перше время, обезпечене койко-містами. Також бомбосховище оснащене засобами зв'язку, захисту, вентиляцією та водою. Окрім того, є й окреме приміщення для перебування і ковідних хворих. Наразі на підприємстві серед колективу вкотре провели інструктаж щодо алгоритму дій на випадок якихось непередбачуваних ситуацій. Це щоб і вберегти життя людей, і забезпечувати безперебійну роботу ТЕЦ-3. Ми можемо существовать здесь автономно. Есть аккумуляторные батареи, которые позволят нам развернуть освещение, вода и запас воды, и питьевая вода. Можно будет оказать первую медицинскую помощь, потому что медпункт у нас тоже расположен на территории предприятия. Да и, собственно, все службы, которые могут поддерживать жизнеобеспечение, это и строительные, и механики, и электрики. То есть, собственно, они у нас являются штатными сотрудниками предприятия, и, естественно, находясь здесь, они будут поддерживать сантехники и все остальное, ну, скажем так, жизнеспособность данного объекта. Наразі у Харкові сформована інтерактивна мапа укриттів, великих захисних споруд більше 300, стаціонарних укриттів, зазвичай це підвальні приміщення, більше 4000. Все бомбоубежища, которые необходимы, готовы, они находятся в таком же состоянии. Кроме того, вы знаете, что есть места временного пребывания для людей. Это места двойного назначения, это метрополитен. И я сейчас тоже поеду туда, чтобы проинспектировать его, для того, чтобы было четкое понимание и у руководства наших коммунальных предприятий их собирал, и у руководства метрополитена, что кто делает, зона ответственности, алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Леся Копилюк та Олег Синицький, Харківське звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.